Минтранс Белгородской области назвал стоимость проезда на новом подвижном составе из Белгорода в Воронеж. Билет обойдется в 768 рублей 40 копеек. Дорога из Старого Оскола в Воронеж будет стоить 375 рублей 70 копеек. Из Белгорода до Старого Оскола 392 рубля 70 копеек. В поездках по маршруту действуют все существующие для пригородных поездов льготы, отмечается в сообщении регионального Минтранса. Напомним, поезд Белгород-Воронеж начинает доставлять пассажиров по маршруту по субботам с 7 мая. Время в пути от начальной до конечной точки чуть больше 4 часов. Автобус Белгород-Воронеж преодолевает расстояние за 4-5 часов. Стоимость билета 788 рублей на позднем рейсе и 801 рубль на дневном.